Мы с вами, я с вами дойду до определенного момента, потому что кто-то решит дойти до театра, кто-то решит только дойти до сокровищницы, там, Апиняна. У нас у всех разный ритм. Кто-то хочет остановиться здесь фотографировать, кто-то пойдет до стадиона. Я на все время дам. То, что я вам хочу здесь сказать. Во-первых, колонны, которые вы видите, и кладку стен, которые находятся позади этих колонн. Это все датируется римским периодом. Я вам сразу могу сказать, что, чтобы отличить, в какую эпоху что было построено, достаточно легко. Если вы увидите элементы цементирующего раствора, то это уже римский период. В Рим возникает именно вот такой раствор, который скрепляет блоки. Древние греки их просто обтесывали и достаточно плотно прижимали, что называется, представляли друг к другу. То есть не было никакого цементирующего раствора, получается, лишь только в римскую эпоху. Соответственно, вот это датируется, поскольку здесь проводились реставрационные работы, укрепляли, да, грунт, чтобы не было обвала. Естественно, использовали уже подобный раствор. Плюс, также вы увидите плиты, на которых будет изображен крест. Многие скажут, что вот это мальтийский крест. Ой, спасибо большое. На самом деле, это, конечно, к мальтийскому кресту не имеет абсолютно никакого отношения, потому что это крест раннехристианской эпохи, который просто имел достаточно простую в своем решении такую структуру. Не забывайте, что здесь, конечно, византийские императоры, они старались помочь дельфам. И вот тот самый император Юлиан, который колебался то ли язычество, то ли христианство. То есть вот это следы, скажем так, его периода, его правления. И мы с вами потихонечку проходим вперед. Пойдем. Она туда и оттуда, все. То, что мне хочется вам здесь показать. Во-первых, это такие постаменты, на которых когда-то базировалась скульптура. Поэтому следы от скульптуры, они видны сверху. Но интересно то, что практически все постаменты, ровно как и те блоки, которые являются таким укрепленным моментом для как раз предотвращения обвала грунта, они все испещрены всевозможными надписями. При таком хорошем глазе можно вообще, даже не обладая греческим языком, знанием, прочитать, например, слово «дельфа». Посмотрите, «дельфы» написано. То есть это были на самом деле законодательные акты, это были акты об освобождении рабов. Помимо того, что дельфы были религиозным центром, они, помимо того, что они сохранили себе здесь казну всего античного мира, здесь еще и хранилось законодательство всего античного мира. Пойдемте дальше, выше. Вот такая дорога. Вот блоки, на которых вы стоите, между прочим, те, которые имеют рифленую поверхность, это римский период. Те, которые имеют более гладкую поверхность, это архаический. То есть это 6 век до нашей эры, а это 2 век, как минимум, до нашей эры, 2 век нашей эры. Ну а это, соответственно, 21 век. С левой стороны вы можете видеть, что в земле. То есть тот самый омфалос. Да? Это римская копия, плюс сокровищница Афинян перед нашими глазами. Пойдемте. То, что смотрите, здесь даже, опять-таки, не обладая знанием греческого языка, можно прочитать. Афины. Здесь буква М немножко не сохранилась. Марафон. То есть Афины после победы над Марафоном. Если внимательно присмотрите, вот видите, все блоки, они испещрены надписями. Плюс изображение того самого лаврового венка. То есть это вот все выражало величие, да, той самой победы, величие народа, греков в первую очередь. Поэтому, чтобы затмить блеск всех, была выставлена подобная сокровищница. Ну,
ног. То, что я хочу вам здесь показать, во-первых, конечно, снова сокровищница Афинян. Вот это любопытная глыба, каково было значение. Говорят, что вот на этой глыбе пророчествовала одна из самых первых прорицательниц, известных в древнем античном мире, имя которой было Сивилла. И Сивилла известна тем, что она предсказала начало и исход Троянской войны. Вот предполагается, что это было совершено именно вот на той самой глыбе, которая перед нашими глазами. Немножечко правее вы можете видеть также очень интересный квадрат. Это не черный квадрат Малевича, но тот квадрат, на котором, конечно же, базировался вот эта 12-метровая скульптура с изображением сфинкса. Соответственно, сохранившиеся 6 колонн сокровищ и святилища Аполлона, и чуть выше там находится, конечно, театр. Мы просто под таким с вами ракурсом, что театр не видим. Но если вы посмотрите снова вниз, то место, где мы не так давно с вами были, то есть храм богини Афины Пронея. То есть... Да. Да. А немножечко левее от него, ближе, руины, которые вы также видите, там находилась палестра, то есть где состязались борцы, плюс там же находился так называемый гимнастерий, то есть где тренировались будущие атлеты. И вот говорят, что именно в том месте получил удар, вот, получал травму от удара меча человек, который потом 10 лет будет возвращаться домой. Это, конечно же, царь Итаки Одиссей. Ну, так предполагает. Он не был победителем Дельфийских игр. Он был его участником. Именно по травме от удара меча его потом впоследствии узнала его старая служанка. Когда его сама богиня Афина обернула в некого старца. Да, потом он принял тот самый свой истинный облик. Я хочу, чтобы вы сами здесь уже походили, пофотографировали. То, что я вам уже рассказывала, во-первых, до театра очень легко дойти. Прямо. Вы сразу с правой стороны увидите такие как бы лесенки с деревянными поручнями. Это самый короткий путь, вы сразу до театра дойдете. По нему также обратно спускаясь, вы спуститесь ко мне. Я на все про все вам дам примерно 45 минут, этого достаточно. От этого места, ну скажем так, 15 минут идти до стадиона. Но если вы не будете задерживаться, а идти на стадион сразу и на обратном пути останавливаться уже для фото, тогда вы можете успеть. Ну что, идемте? Даже не знаю. А ты пойдешь? До стадиона? Не знаю. Я решу по дороге. Ух ты, ящерка. Ух. Красотища. Ну, идем. Я думал, что лучше на этом пути фотографировать. Потому что обратно, по-моему, будет не до этого. Пошли до храма. Дельфы. Наташ, сфоткай меня у храма.
сейчас. Ну, ступеньки, они не везде. Храм полон. О! Вот театр. Че? Театр был. Точно. Темный экран. Вот греки, они придумали все это. Это театр. Да, а звук какой интересный. Это все прекрасно. Нет, с пирамидами, да. Да. Посмотрите, с пирамидами вообще все прекрасно просто. Да, 50 градусов. Ну, примерно в это же время. А я в декабре и надела на себя просто все футболки, которые были на улице. Сейчас они снимают. Ой, совершил восхождение на гору Олимп. Так что готовься. Это у нас тренировка. Да, это мы. Я реален. Это театр. На самом деле, в Памукале даже больше развалин. Да, кстати, что же. Но много раз больше по площади. Ну и вообще в Санесе у нас, если честно, не меньше. А? В Санесе, насколько я помню, у нас большой. Красиво. Ну, огнетушитель. Трава, видимо, периодически вспыхивает. Я там баллоны, а мы пришли по дорожке, по самым первым перед входом. Там деревья обожжены. Да? Угу. Да. Так что не случайно. Да. Здесь... Посмотрите, как выступали артисты. Это галерка. Ну, виды классные. Похоже. Если будет сила, на обратном пути можно еще спускаться. В Турции интереснее, по всем этим руинам можно ползать. Ну тут все закрыто, никуда нельзя, да? А в Турции можно по всем этим руинам ползать, трогать и так далее. Ну, жалко, конечно, руины с одной стороны, с другой стороны интересно. Ну, это можно говорить. Да. А вот Шелковица. Да, вот этот, как его? Шелковица, да. Та самая. Вот я все пытался вспомнить название этих ягод. Шелковица, они называются. Да. А? Черный вот цвет, да, фибонный. Точно? Да. А красного нет? Нет. Вкусно. Ну, не цвет кровавый. Да. Шелковица вкусная. Шелковица. Сейчас бы могла вкусная. Ну, вот только да. Вещественные доказательства, что же. Мы совершили преступление, да. Кошмар. Ну, Наташ, сфоткай, вон там скалы, они красивые. Типа как сталактиты или сталагмиты, вон, видишь. А, ага, вон, видишь, так свисают. Господи. Жарко. Фу, что делаем? Вот он. Пришли. Да, здесь. Мы дошли.
Ура! Ой. Ну да, но уже не в горку, ты уже потянута. Ну, здесь быстрый спуск. Правда, может быть, последний, но быстрый. Стадиона. Да. Не маленький такой стадион. Ну как раз чтобы брать копье, мне нужно здесь. А вот эти кажется, не знаю, это было не. Ага. Да. Либо ворота. А там они. Они в одни играли. В Америку? Лень было строить. Вторые. Мы с вами сейчас потихонечку едем, сделали небольшую остановку на обед, чтобы мы могли так немножко передохнуть, посетить все, что нужно посетить, перекусить. И дальше, конечно, мы с вами уже едем в сторону Лутрак, в сторону Ионического побережья. Но, по большому счету, мы с вами сейчас находимся тоже на Ионическом море, на Каримском заливе. Вот залив, который вы видели, в его самом-самом начале находится город Лутраки. Но кроме как объехать всю эту горную гряду, попасть в Лутраки, по-другому, к сожалению, не предоставляется возможным. Поэтому мы с вами, к сожалению, крыльев нету, иначе бы легче и гораздо проще мы бы с вами перелетели вот эту горную гряду и оказались бы в Лутраках. Но вот приходится ее объезжать. Но, тем не менее, дорога тоже очень интересная, очень симпатичная у нас с вами ждет. Действительно, пейзажи здесь потрясающе открываются. Вот мне очень нравится эта местность за счет вот такого своего природного ландшафта. С нашей левой стороны, я напоминаю, это все можно назвать Парнасом, потому что это и есть горная гряда Парнас. Она двухголовая вершина Парнаса. Высота Парнаса составляет 1547, по-моему, метров над уровнем моря, то ли 74. Что у меня цифры я перепутала. Так что высота Парнаса, одним словом, больше, чем 2500 метров над уровнем моря. И это тоже двухголовая вершина. То есть это не один пик. Это действительно два таких больших пика. А вот на северных склонах, которые находятся, конечно, с противоположной от нас стороне, это надо хорошо понимать, поскольку мы с вами на южном склоне, так там на северных склонах находится один из самых популярных в Греции горнолыжных центров, горнолыжных курортов, который так и называется Парнасус. И вот городок, который нас с вами ждет впереди, о котором тоже я успею несколько слов сказать, он называется Арахова. Это такой своеобразный курорт для зимнего вида отдыха, практически всех людей, которые живут в южной части Греции, потому что для того, чтобы покататься на тех же самых лыжах, на санках, все приезжают именно сюда, на Парнас, и поэтому Арахова становится местом притяжения всей абсолютно публики вот в зимний период времени. Так что не удивляйтесь, что сейчас мы едем тогда, когда все будет закрыто, и какое-то такое вот тишина и идиллия будет царить в городке. Но он оживает не в летний период, а вот в зимний период. Я вам, конечно, здесь расскажу историю, которая произошла с Эдипом, потому что после того, как он умер, история на этом не закончилась. И помните, я вам говорила, в общем-то, они там, это лишь только небольшая часть. Дело все в том, что когда действительно царь Эдип уходит из Фив, он уходит не один, он уходит вместе со своей дочерью Антигоной. И он умирает где-то в центральной Греции. Антигона, она возвращается обратно в Фивы. И она узнает, что в отсутствие отца ее родные братья затеяли братоубийственную войну, потому что боролись за престол. И они друг друга убивают. Чтобы снова очистить город от подобной скверны, жители Фив, они выбрасывают их тела за пределы городских стен, то есть за пределы города, и отказывают им в погребении. Она же, придя, узнав все это, она хоронит своих родных братьев. То есть она нарушает закон. Ее заживо тоже похоронили. Вся она была засыпана землей. Это
Все, что я вам рассказала, ровно как история царя Эдипа, ровно как история Антигоны, это все явилось сюжетом для древнегреческих трагедий, которые были написаны тремя великими трагиками, три отца трагедии – Эсхил, Софокл и Еврипид. Вот Эсхил, он жил несколько раннюю эпоху, и ему в равных, вот, чтобы принимать участие также в состязаниях театральных, ему, к сожалению, не с кем было соревноваться. А вот Софокл и Еврипид, они жили в одну эпоху. И они, конечно, когда устраивались на, в Афинах театральные состязания, то они между собой боролись, состязались. И Еврипид всегда проигрывал по одной простой причине. Он в своих трагедиях написал, что человек может изменить сам свою судьбу, что над человеком никто, кроме как самого него, не властен. А Софокл, наоборот, писал, что человека преследует вот тот самый злой рок, та самая судьба, и как бы он ни пытался ее изменить, по-другому не получится. Примером тому является тот самый царь Эдип, потому что это трагедия, которая явилась основой для, в свою очередь, трагедии, написанной Софоклом. Так вот, Еврипид, конечно, проигрывал состязание Софокла, и он в итоге был не признан афинской публикой. Он уходит, покидает Афины, последние годы жизни он царит в Македонии, в городе Дионе. И он живет при дворе македонского царя Архилая, которому посвящает две свои последние трагедии, которые были и написаны, и поставлены в той самой Македонии греческой, Архилай и Вакханки. Они это одни из немногих трагедий, которые сохранились до нашего с вами времени. Вот очень часто, когда устраивают театральные фестивали, будь то у подножия Олимпа, как сейчас, например, июль-август, это идет театральный фестиваль, который так и называется, театральный фестиваль Олимпа. Или же, например, устраивают театральные фестивали в театре Эпидавра. Мы завтра там с вами будем находиться. Так вот, ставятся именно на таких древних театральных площадках, безусловно, такие же древние трагедии или комедии. Я думаю, что когда мы завтра с вами окажемся в Эпидавре, мы даже увидим части декораций предыдущих постановок, потому что там их, конечно, то монтируют, то, наоборот, демонтируют. Это все действующие театральные площадки. Здесь, в Дельфах, последний раз театр использовался именно как зрительный зал, как площадка в 1938 году. Потом из-за камнепадов, которые очень часто случались в этой области, а их нету только лишь, как может быть, я могу сказать, как год, потому что предыдущие года постоянно были камнепады, и закрывали доступ, например, до театра. Невозможно было до него даже подняться. То есть можно было подняться до храма Аполлона, все, дальше доступ был закрыт. Во избежание каких-либо проблем, связанных с техникой безопасности, просто закрывали всегда и закрыли этот доступ в театр как зрительный зал. Поэтому он сейчас как театральная площадка не используется. Городок, который вы видите чуть впереди, это и есть та самая Арахова. То есть это и деревушка горная, но городком его сложно назвать, скорее все-таки это деревня, ну, которая как раз является такой столицей или центром зимнего отдыха для всей Южной Греции. Между тем, говорят, что название Арахова произошло от имени девушки Арахны, которая жила примерно в этой местности, и которая как будто бы решила состязаться в мастерстве ткачества с самой богиней Афиной. Естественно, богине Афине это не очень понравилось, она ее превращает в паука, чтобы всегда та самая девушка Арахна плела свою паутину. Вот как ни странно, но по-гречески «паук» звучит «Арахна», а деревушка называется Арахова. То есть очень такое созвучное. Но здесь действительно живут мастера по ткачеству, известные, поэтому, проезжая по узким улочкам этого городка, мы можем с вами вот наблюдать какие-то такие самотканные небольшие ковры или такие небольшие картины. Очень колоритное место, построено в традиционной такой греческой горной архитектуре. То есть здесь самым простым и самым легкодоступным материалом является камень. И, конечно, дома они выстроены именно из такого природного камня. А иногда первый, второй этаж, если выстраивается из камня, то третий этаж, например, может быть выстроен из дерева. По одной лишь простой причине. Дерево прекрасно сохраняет тепло. А в зимний период это очень актуально, потому что здесь зимой снег лежит. И вот, собственно говоря, наша с вами остановка. Остановка будет примерно здесь, скажем так, в 15:20 будем собираться в нашем автобусе. С вами сейчас, конечно, будем держать путь уже в сторону, как я вам уже говорила, Каренского канала, в сторону Каренского залива.
Ионического моря, то есть где-то примерно через 2.5 часа мы с вами будем находиться на побережье Ионического моря. То есть как приедем, быстренько располагаемся в отеле, и вечер посвящен будет у вас вот такому совершенно релаксу на Ионическом море. Попробуйте, покупайтесь в нем, потому что она, конечно, отличается от Эгейского, которое вам предстоит тоже ощутить. Лучшее Эгейское море находится на Халкидиках. То есть у вас еще, ну, я так надеюсь, впереди. Так что впереди, конечно же, с левой стороны немножечко остров Саламин. И, конечно, Саранический залив. А, кстати, вот в дымке очертания гор, которые вы видите, также немножечко с левой стороны, это гора Пелопоннес. То есть то место, где мы с вами будем находиться завтра. Вот я вам говорила, что Пелопоннес – это такой большой-большой-большой слоеный пирог. Это правда. Завтра постараемся в этом убедиться, потому что там намешано абсолютно все. И мы с вами познакомимся лишь только с маленьким кусочком этого пирога, с той самой областью, которая называется Арголида. Но именно в Арголиде находится самая древняя земля Греции и одна из самых древнейших европейских цивилизаций. Это знаменитая Микенская цивилизация. Вот представьте, что мы завтра будем с вами видеть те каменные блоки, которые были построены, поставлены на то или иное место в 13, в 14, в 16 веке до нашей эры. То есть это всему будет, пока по меньшей мере насчитывается, но около 3500 лет. Так что мы с вами соприкоснемся здесь с самым древнейшим, что есть вот на территории Европы. Это знаменитый Микенский дворец, Акрополь Микен, вообще сами Микены, сокровищница Атрея. Завтра у нас с вами будет выезд из отеля достаточно ранний, по одной простой причине: в Микенах будет завтра очень жарко. И сегодня я тоже звонила в музей Микен. Мне сказали, говорят, если насколько возможно есть, чуть-чуть пораньше подъезжайте, чтобы, ну, не застать эту жару, чтобы нам просто было с вами там комфортнее находиться. Потому что в прошлый раз мы с группой приехали, было 50 градусов в Микенах, и Акрополь Микена, его попросту закрыли. Наши, конечно, успели пройти туда, но ощущения были не самые лучшие, потому что, ну, 50 градусов жара, это, конечно, очень серьезно, поэтому не обещают 50, обещают где-то градусов, наверное, 42, так будет точно, это тоже, в принципе, разницы на самом деле уже никакой нет, что 50, что 50, что 42. Поэтому с вами будем выезжать завтра из отеля где-то в 7.20. Будет остановка обязательно на Каринском канале. Каринский канал – это такая своеобразная тоже визитная карточка сейчас страны, канал, который был прорыт в начале, в конце 19 века. Поэтому мы с вами восхитимся этим сооружением, а оно захватывает такой определенный дух. Поэтому проедем дальше, посетим театр Педавра. Так рано там никого, я надеюсь, еще не будет. Значит, у нас будет с вами лучшие возможности, лучшие условия. Также мы с вами пройдемся по святилищу Боговрачевания Асклепия, прогуляемся по Нафплию, переедем в Микен. Это все очень рядом друг с другом находится. Такого долгого переезда завтра, в принципе, ну, по большому счету, не будет. Далее едем в Микен, посещаем сокровищницу Атрея, музей Микен и Акрополь Микен, делаем остановку на обед и едем сразу в Афины. В зависимости от того, в котором часу мы с вами приедем в Афины. Ну, плюс-минус, мы будем отталкиваться, где-то это будет в районе 6 часов вечера, будем уже выдвигаться, такую вечернюю прогулку по городу, поэтому вы будете немножечко так утомлены жарой. Поэтому у нас с вами прогулка будет следующим образом построена. Мы будем и на нашем автобусе проезжать по городу, и периодически выходить. То есть самые значимые объекты, они, конечно, не останутся без нашего внимания. Это стадион Кали Мармара, Панафинейский стадион, который был построен к возобновлению Олимпийских игр по инициативе барона Кубертена. Также мы с вами увидим три классических зданий, которые были построены по проекту двух датских архитекторов Хансенов. Эти датские архитекторы очень много творили, например, в Вене. Венский царский дворец, он построен тоже по проекту датских архитекторов Хансенов. Очень известные, на самом деле, в 19 веке были архитекторы, поэтому три классических здания мы с вами увидим. Конечно, мы с вами увидим смену караула у знаменитого главного здания Афин, это здание парламента, которое расположено на площади Синтагма, и знаменитые их зоны, те самые национальные гвардейцы, которые одеваются в такие своеобразные юбочки, но это не просто юбочки, это, конечно же, знаменитые юбки Фустанеллы, которые имеют 400 складок. И это по количеству лет, сколько страна провела под Османским игом.
о символике национального греческого костюма, такого мужского, я вам обязательно расскажу. И далее мы с вами будем проезжать, естественно, что-то еще по городу увидим, и будем потом размещены в отеле. Сегодня у вас будет момент такого своеобразного релакса, поэтому наслаждайтесь морем, наслаждайтесь еще солнышком. Здесь долго солнце не садится, где-то, ну, скажем, может быть, в районе 10 часов будет такой полный закат уже. Это быстро. То есть это не быстро солнце садится, на Халкидиках оно еще раньше садится. Садится очень быстро на самом деле. То есть 5-10 минут и все, солнце зашло за горизонт. Так что сейчас будет время, покупайтесь, поплавайте. За лежаки сейчас уже никто ничего не будет брать, никакие денежки, поэтому там дорогу переходите, и вы на пляже просто-напросто. Отель расположен в непосредственной близости от моря. Если вечером пойдете куда-то кушать, какую-то рыбную таверну. Ну, во-первых, есть такая таверна, там она всем известная, ее очень многие рекомендуют, и там действительно кухня очень хорошая. Называется она «У Яниса», и ее обнаружить очень легко, она очень большая, и там будет скелет рыбки нарисован на вывеске. И будете заказывать, если какие-то блюда, то заказывайте очень грамотно. Например, есть такое блюдо, если хотите, запишите. Есть такое блюдо, которое называется «Микс». То есть это блюдо, состоящее из такой морской кухни, то есть это рыбное. Здесь уже, конечно, надо свободно абсолютно есть то, что плавает в этих водах, то есть в морях. Мясо мы, в общем-то, сегодня с вами поели. Там-то как раз надо было мясо есть, потому что рыба будет всегда замороженная. А вот здесь рыба, она будет всегда свежая, которую покупают специально владельцы таверны на специальных аукционах, которые проводятся каждый день в определенный час. Это обычно ночью, под утро, это в 5-4 утра, когда рыбаки свозят на такие аукционы свой, в общем-то, ночной-утренний улов. И там уже, конечно, все торгуется, поэтому рыба подается в течение дня наисвежайшая, и она хранится всегда во льду. Не заморожена, а именно во льду. То вот каждый уважающий себя таверна обычно она вставляет такую своеобразную витрину, где выкладывает ту рыбу, которая у них есть в наличии. Иногда такая витрина, она не выставляется перед входом в таверну, иногда просто вас приглашают, допустим, пройти на кухню, или вам выносят ту рыбу, из которой вам будут что-то готовить, показывая, что она свежая, что она не замороженная. И вы, естественно, можете выбирать ту или иную рыбу, что вы хотите, вот из этой рыбки, да, или там, вот то не хотите, и так далее. Так вот, есть такое блюдо, которое называется «Микс Толосино» или «Пикелия Толосино». То есть это набор морских вот всяких таких вкусностей. Вот это блюдо на двоих заказывайте одну порцию. Вы вдвоем ее не съедите. Она очень большая. И стоит она где-то в районе 15 евро, такая вот порция одна. Соответственно, что она из себя представляет? Там будет маленькая рыбка, которая была обжарена во фритюре. Называется такая рыбка гаврус. Ну, как семечки можно есть. Потом там будет мидия. Там будут мидия как бы обжаренная, такая, например, открытая на пару. Там будут осьминоги, обжаренные на углях. Там будут кальмары, там будут креветки. Мы же с вами уже въехали в городок Лутраки, вот она, центральная улица, она тут, собственно говоря, тоже единственная. Наш отель, он находится вот на той самой этой центральной улице, соответственно, через какое-то время около него мы с вами окажемся. Там на ресепшене есть карта Лутраки. Лутраки вообще переводится как, ну, если вы сможете перевести слово «целебные источники» в такую внушительную, ласкательную форму, это будет название города. Целебные источники, это переводится город под названием Лутраки. И здесь воду можно пить, я нисколечко, в общем-то, не лукавлю, свободно из-под крана, потому что она минеральная. Так же, как эту воду можно свободно, например, попить вечером, прогуливаться будете по городку, увидите много, ну, достаточно большое количество, возможно, таких краников, фонтанчиков. Там такой, на побережье, там есть целый такой, как колоннады, окруженный участок, где вы можете попить эту водичку. Если вы до конца дойдете городка, то есть вот прямо закончится сквер, да, выйдете снова на улицу, идите до конца, там увидите водопады. Они вечером подсвечиваются очень симпатично, очень красиво. Итак, мы с вами уже у нашего отеля, соответственно, удобно здесь вообще припаркуешься.